Привет, меня зовут Дмитрий. Я работаю в компании Oriflame уже 10 лет. И все эти 10 лет я встречал многих людей, которые исполнили свои мечты о красоте, доходе, карьере, путешествиях. И все эти же 10 лет я слышу различные мифы об Oriflame. Ну, например, финансовая пирамида. Давайте разберемся с этим. В основе любой финансовой пирамиды лежит следующий принцип. Любой в нее входящий должен заплатить деньги. Эти деньги за регистрацию и являются ее основным капиталом. Какого-либо продукта просто не существует. Либо он не имеет никакой материальной ценности. В Oriflame, и это важно, мы производим реальные, отличные косметические продукты. И они распространяются сетью независимых консультантов. Наши консультанты приобретают косметическую продукцию с выгодной скидкой от цены каталога, рекомендуют ее своим знакомым и таким образом получают прибыль. Но более того, вы можете вообще ничего не продавать, а просто, зарегистрировавшись, покупать для себя косметику с такой же выгодной скидкой. Согласитесь, не очень похоже на финансовую пирамиду. Во всем мире Oriflame известна как крупнейшая европейская косметическая компания прямых продаж. Акции Oriflame котируются на международной Стокгольмской фондовой бирже. С Oriflame сотрудничают первые лица государств, например, королева Швеции Сильвия и ее дочь, принцесса Мадлен, участвуя в наших благотворительных проектах. В России успехи Oriflame также отмечены на государственном уровне. Например, международной премией Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству. Мне кажется, это более чем убедительно. Именно поэтому я здесь уже 10 лет. Присоединяйтесь и вы, и убедитесь, что Oriflame – международная компания самого высокого уровня.